В России готовится принять закон, который позволит изымать детей из семей по решению органов опеки в течение суток. «Справедливая Россия» не поддерживает данную инициативу. Сергей Миронов провел онлайн-встречу с экспертами в вопросах ювенальной юстиции. Мы это прекрасно понимаем, к чему может привести вот такие нормы закона. В условиях, когда у нас, к сожалению, все больше и больше семей становятся бедными, да, сказать, что в какой-то семье недостаточно питаются дети, нет нормальных условий содержания детей, там ремонт не сделал, все что угодно. Особенно, когда все это по, прямо назовем вещи своими именами, на вету «добрых» в кавычках соседей, но мне представляется, это очень опасная тенденция. Стоит отметить, что православная церковь также против. Святейший патриарх Кирилл направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением вынести законопроект на общественное обсуждение. Основная проблема, что формулировки в законе предполагают презумпцию виновности родителей априори. У родителей нет возможности из-за того, что введены вот эти вот совершенно людоедские сроки, нет возможности воспользоваться юридической защитой, нет возможности как-то выстроить даже стратегию. Получается, что вопрос отобрания детей – это фактически автоматизированный процесс. По мнению экспертов, нужно заниматься укреплением семьи. Необходимо решать социальные, финансовые и бытовые проблемы граждан, а не искать новые основания и изобретать новый порядок разлучения детей со своими родителями.